город просыпается. Это Омск. 8 утра. На улице чуть больше нуля. Знаменитый Омский водопад. У меня рюкзак уже вообще близок к кончине. И к тому же, чем меньше вещей, тем лучше. Такая свобода, она физическая, тоже должна быть. Классно гулять вот так, просто с пустыми карманами. У меня вот с собой какие-то там полпачки жвачки. Паспорт прихватил на всякий. И еще вот две батарейки. Вот, и хватает там на 2 часа записи. А может даже больше, поэтому больше-то мне ничего не надо. Свободно, ставьте на другую сторону. Одна там, одна здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, она же вдох. Или там она, или здесь рыба, никто не знает. Или нигде. Ставьте, где нравится. А что не бегаете? Освобожденные. О чем говорить? Ну, о играх. О каких? А Гаррис Моди. А, и чё? Ну все. А вы чем занимаетесь? Так и выдох! Молодцы! Номер 29! Так, прогуляем, пожалуйста. Отлично! Поздравления! Аплодисменты! Ну, вместе на вас наш сходите! Аплодисменты нашим участникам, молодцы! Друг другу мы говорим спасибо, мастеру спорта Юле тоже немножко. До завтра! Что за говно? Давай быстрее, выкидывай сигарету! Давай сейчас зайдем, все, понты! Шаровое затмение. А это такой шар, посвященный типа основателям города, вот Бухальц. Подписано Бухальцев, что сути не меняет. Страшно только, что тут такие плиты маленькие, а шар такой огромный, и кажется, что он на тебя покатится. Но если вот так вот, например, сделать, то поймешь, что он совсем пустой. И посмотреть выше, что можно увидеть, какая-то бумага, что заклеенная, и там вот какой-то еще поролон. Такое ощущение, что внутри все-таки живут бомжи. Смотрите, какой крутой памятник. Давайте поподробнее. Ее ноги очень близко к нему. Посмотрите, как это мило. Но у него нифига не стоит. Чувак, что ты лажаешь? И, видимо, не случайно. У него такая какая-то нервная улыбочка. И он так держит руку. И такая, типа... Блядь, ты еще что? Она уже, видите, руки так к лицу поближе поднесла, чтобы что заблокировать. И самое главное, с чего я начал развязывать этот клубок, дедуктивно, как Шерлок Холмс, у нее капа во рту. Она боится получить поебало от этого садиста импотента. Вот такая любовь. Ну, вы посмотрите, что там написано под мостом. Вы видите это издалека. Обратно в холод. Классическая деревня в центре города. Вот такое же настроение. Круто, я стою на перекрестке двух поэтов. Вот улица Пушкина,
А вот улица Маяковского. Универ путей сообщения. Офигеть, во дворе универа прям поезд стоит. Подписано там учебный полигон. И всякие тут детали, и вагоны. Прикольно быть проводником. Памятник детям, эвакуированным сюда из Ленинграда во время войны. Смотрите, тут чайник, пацана. Девочка-кукла. А тут вот скрипка. Заброшенные профилактории, Восход. Дерево такое. Вон просто валяется. Зеленый купол. Спасибо большое, спасибо. Так, что у нас сегодня на завтрак, обед и ужин? Цените. Не такие даже штучки есть. О, кусок трубочки. Половина сметанника и хлеб засохший. Ну вот это, я думаю, вообще ништяк будет. Приступим. Шикардос. Какой сухой, блин, такой вкусный. Папашки. Здравствуй, у меня денег нет, можно кипятка налить? Да, бесплатно. Больше фруктозы. Спасибо. Нормально. Как тебя зовут? Евгений. Как ты тут живешься? Нормально. А, ты из Питера? Да, я из Питера. А что ты здесь забыл? Я приехал сюда учиться. У меня просто папа сюда приехал в гости. К бабушке, и я остался здесь, и я с ним. Ну и что, какие отличия от Питера? Ну, в Питере дождь почти каждый день, и красивее намного. Да ну ладно, холодно. Да нет, не так уж. Не, нормально. Что, думаешь, сейчас в Питере так же? Ну, в Питере теплее, как обычно. Ну да. Ну а что, какие случаи тут бывают на районах? Аварии, много аварий. Да? А гопники? Нету. Нормально живется? Да. Ништяк, спасибо. Мы зашли в легендарное омское метро. Это просто крутейшая круть вообще. Мы вход специально не стали палить, чтобы сюда толпами народ не повалил. Первый раз, когда я сюда заходил, это было все рабочее. И был светил свет. Скажи про метро, почему оно заброшенное? Метро не заброшенное, метро на консервации. Но кончились деньги на строительство. На строительство кончились деньги. Когда? Вон в этом году. Ага. Хотя его обещали сдать еще, в 2006, потом в 2016, к 300-летию. А потом кончились деньги, его законсервировали. То есть ни один поезд еще ни разу не проехал по тоннелю? Ну, кроме вагонеток, рабочих. Он в том туннеле. Пиздец.
пиздец. Это какие-то дикие железные распорки. Ну их нахуй, давай быстрее пройдем. Взял запас себе, чтобы если что, нас завалит, то немного хлеб выжить. Да, у меня есть хлеб. 7 кусков. Я проверю Инстаграм, хорошо? Метромост. Вот он через решетку начинается прям над водой. Закрыто. Совсем над водой. Щучинск. Москва. Смотри, смотри, смотри. Привет, это Протяга Фишай из омского метро. А вот, собственно, вход в метро. Единственная станция в Омске. Ну, построенная такая. Если бы мы прошли там через решетку, то вышли бы отсюда. Крыши домов дрожат под тяжестью дней. Чувак еще нас попросил постоять рядом с ним и послушать. Город стреляет ночь. Бля, ну так отвратительно поешь, что я даже не знаю, как съебаться отсюда поскорее. Короче, вот такая движуха. Я уже несколько часов не включал камеру, потому что совершенно пусто. Вот мы сейчас на набережной, тут тоже никого. Я думал, город небольшой, там может 500 000, такой средний. Оказалось, 1 200 000, может даже сейчас больше. Еще мне тут чувак сказал просто, что 64% убыток у города, самый нищий город, миллионник. И когда будет 75%, город объявит банкротом, и, видимо, омский рубль обесценится. You could watch from the window. Baby, be the clown.
Вот такой вот томский брейчик. Внезапно в середине ночи какая-то движуха началась. Пешеходная улица Омска. Стройте метро в Омске, задолбали. И дороги, блядь. Метро, чтобы с Омска до Томска было. Реально, есть все. Есть спортивный комплекс, сука, не работает. Зовья Степановна, открывайте спортзал. Тренироваться хочет. Открывайте больше спортивных школ. Ребят, не пейте, не курите, любите родину. Ставь это видео, пожалуйста. И обязательно говно, блядь. Все, пока. Мне нужно поставить звонки. Прикольно. Столовые. Ого. Вода. Синяя вода. Есть такая есть. По всей улице. Как вы толкаете машину прям? Такая сильная женщина. Городу в следующем году 300 лет. Тут везде делают дороги. Типа... как хотя бы что-то взамен метро. Вообще, Омск классное название для города. Такое лаконичное. Ну, не знаю, если что-то можно придумать круче, это, наверное, только Ецк или Йоцк или Иск. Тяжело, конечно. В Сибири, без дома. Главный универ города носит имя Достоевского. Хотя сам Достоевский говорил, что Омск это грязный город, типа ему все здесь не нравилось. И это понятно, ведь он здесь отбывал ссылку. Точно так же и это здание, музей имени Врубеля. Типа Врубель всего лишь тут родился, а потом сразу же уехал. Но все-таки какие-то работы здесь его есть. Не демоны, конечно. Еще говорят пару картин Ивазовского. Ну, дай бог, дай бог. Представьте человека, и вот он ходит и говорит: я самый лучший, я самый любимый, я самый красивый, зеленый и благоустроенный. Ну и что вы скажете про него? Типа, дебил, ну, любишь ты себя и люби, зачем об этом кричать направо и налево? Вот, этим отличается, кстати, такой пафосный патриотизм от нормального патриотизма, когда ты просто любишь себя, там, свою страну, родину, людей вокруг. Но не кричишь об этом на каждом углу, потому что знаешь, что много разных моментов, но люди, которые троллят и по полной хейтят свои города, опять же, страны, не знаю, свои семьи, это тоже какая-то заниженная самооценка. Город все-таки миллионный, никуда он не пропадет. И все-таки что-то тут будет. В конце концов, такой какой-то разрухи немножко в кризисе, на спаде могут приходить совершенно гениальные мысли. Можно многого добиваться. Это интересно. Вообще вся Россия, она такая вот, гениальное дно. Вот вам на прощание Ктулху, свежезабацанный вон теми чувачками, уходящими вдаль. А вот вам еще бомж на фоне богемного местечка. Чтобы вы не думали, что все тут так уж плохо. Какие он тут еще? А вот место вообще для самых скромных омчан. Короче, я поехал дальше на Блаблакар, то ли в Курган, то ли в Тюмень, то ли в Екатеринбург. Сам не знаю, смотрите результаты голосования по первой ссылке снизу. Голосуйте куда еще потом, мне уже не важно. Дун-дун-дун. Все не так уж важно.